Всем привет, с вами установочный центр ПК Авто, давно нас не было. Сегодня в работе был автомобиль Nissan X-Trail в кузове Т32 2017+. Комплектация с круговым обзором без автопарковки. Магнитола Воми 6128, 10 дюймов. Так, выключу экран. Все мы прекрасно знаем, как подходит идеально рамка. То есть вообще ничем не отличается от штатной. Сейчас выключу. Индикация пристегнутых пассажиров подушек и климат-контроль переставляется оригинальный, клипсы оригинальные и новый 10-дюймовый экран 6128, 8 ядер. Экран QLED. В бардачке у нас дополнительный USB и слот для сим-карты. То есть интернет независимый, можно как раздавать с телефона, так и ставить сим-карту. USB оригинальный работает, там уже флешка клиентская стоит. Нажимаем мы, например, музыка. И все, и треки клиента громче, тише, вперед, назад, следующий, предыдущий трек, все идеально работает. Круговой обзор также вообще без проблем, линии поворачиваются, парктроники отображаются. При драйве и срабатывании передних парктроников включается, естественно, также круговой обзор. Все по-штатному. Принудительно включить и выключить круговой обзор вот этой кнопочкой. Нажимаем передняя камера, еще раз правая парковочная камера и еще раз выключаем. Полностью дублирует кнопку камера, которая у вас была здесь посередине. Ну, поднять, положить трубку, естественно, тоже работает. Время синхронизируется с приборной панелью. И станция радио тоже синхронизируется с температурой и все оригинальные функции. То есть, вот эта магнитола полностью поддерживает, полностью создана для этого автомобиля. Естественно, по всему остальному это обычный Android 10, Play Market, YouTube, расширенный, кстати, эквалайзер. Очень круто стало играть музыка. Это все клиенты говорят, у кого нет штатного усилителя. У кого есть штатный усилитель, играет так же, просто есть еще дополнительные настройки. Вы уже можете настроить там высоких, низких, повыше, пониже, уже под любой вкус. Рок, поп, джаз, пресеты, это, естественно, тоже есть. Басы наваливают, играет очень классно. В целом Яндекс.Навигатор, используется оригинальный GPS, переходник мы используем, чтобы работал этот оригинальный GPS. То есть с этим проблем тоже никаких нет. В остальном есть какие-то дополнительные вопросы, звоните, пишите, отправим в любой регион, поможем дистанционно с установкой. Если вы из Москвы и Московской области, приезжайте к нам за качественной установкой. Сделаем лучше, все в лучшем виде, все классно, все круто. Всем пока.